Wasser bitte. What's he want? Wasser bitte. Here. God damn it, what are you doing, Zussman? Lay off, Sergeant. What's that? Huh? How's that, huh? How's that work for you? Much better. You son of a bitch. Sergeant! Hey, you stay out of this! Хера себе! Чё, тут поиграть за немца? Тут убегает. Daniels! Don't crowd. Why'd you run? You must be hiding something. Son of a bitch was holding out on us. Правильно! What the fuck's this say? These are orders to plant explosives on the bridge in Remagen. Ordnance is gonna be loaded onto trucks 5 miles north of here. If I'm reading this right, it's the last bridge standing across the Rhine. Well, ain't that something, Fritz? Правильно! Еще и воды сдал сраный еврей. Еврей дает воду немцу просто. Че за бред? Засада 27 декабря 44 года, Ардены, Бельгия. Where the hell is Pearson? Probably in some hidey hole with the detonator. And his whiskey. You know what else gets you drunk? Hypothermia. Not if we keep moving. Stiles, you with Pearson's group. Just my luck. Daniel Zussman, you come at me while I set the final charge. Then we ambush the trucks. Will do. Good thing we found that intelligence, huh? One step closer to the Rhine. We're breathing down Adolf's neck. Just gotta stop those trucks. Строить засаду на немецкий транспорт, окей. I got this. Go watch the road for enemy trucks. Я вообще не понял. Я понимал, почему тут Чёрнан были, Пирсон и так далее. Почему приходит какой-то негр, которого я вижу 2 минуты, начинает мне говорить, что делать? Он... Все, конечно, понимаю, но, блин, чуваки, вы историю США знаете, нет, американцы? Это просто... Может, я, конечно, что-то не знаю, ладно, неважно. Ну это просто, ну это маразм. Сраная толерасть, это просто... Ну ладно, хорошо, тут ППШ на Восточном фронте. Но на Западном фронте забейте. На, блин! Ладно, может, ему повезло, может, у него богатые родители. Это свои были, что ли? Чё свои делали на дороге? Дебилы, что ли? Что уже свои делали там? Да вы издеваетесь, они сами стоят прям... Вы видели это? Он подбежал под прицел. А, это уже свои. Кому там помочь? Тебе? Их так легко... Сложно оттаскивать, если честно. Hang in there, buddy. First aid kit's ready. Good. Thanks. I need that aid kit. Here you go. А вы что, не можете убить этого чувака сзади? Ладно.
Град, получай, собака! Где еще? О май гад, ты можешь не взрываться! А, что это? О май гад, больно-то как. Вот еще бы Ховард не шел бы под выстрелы. Потом будут обвинять, мол, Россия, стреляешь в негра. Отличные. Нет, вот мне, вот знаете, всегда интересует, вот этого негра добавили из-за толерасти или, ну, ребята так и задумали, что это будет негр. Но если задумали, то очень плохо его вписали в игру. Белый командует негром. Расизм! Ну, залез уже, как бы. Мы сейчас будем диверсии устраивать? Мы идем через ворота на 0300. Найдем высокий вантаж, чтобы покрыть наши обстрелы, чтобы мы могли взять эти последние трюки. Эй, keep it quiet. Watch for patrols. Let's move. Тоже с глушителем? Или нет? Давай, Цусман, пойдем. Цусман, Цусман. There's our two high points near the front gate. Must be a few ways to sneak in. Окей. Сейчас бы врагов видеть. Use the silence pistol unless you want to try your luck. Я никого не вижу, ну ладно. Quiet. Crowds are everywhere. Need to find a way into the base. Серьезно, чтобы убить врага, нужно подойти и нажать R3? Вау! Ребята! Ага. То есть тут как бы нет прохода. Ладно, давай снизу пойдем. Ага. Найден. We gotta find the vantage by the gate. Oh my god. Oh my god. Как же их овер до хера. Здесь можно пройти? Хер с вами, попробуем. Сойдет, здесь же один только. Аптечку кто-то спустил. Хер просышь, если честно. There's the base commander. That should make our assault easier. Breaking cover! Fuck. Ну ладно. Ну, надо его завалить...
Где-то здесь, я думаю. Сусман, ты не в... ты в курсе, что тебя видно, да? Фак, здесь нельзя пройти. We need to find a high vantage so we can help destroy those explosives. О май гад. Тихо, 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 тихо. О боже мой! Продумано. Блин, он все дальше и дальше. This path leads to the ridge. Какая дорога? Вот это? Надо завалить того ублюдка. Кто? Хер его знает. Чего? Вы видели этот бред? А то есть тут как бы, когда выглядываешь из-за угла, это не... То есть меня сразу заметил, да? Как же он далеко ушел. Ладно. Полагаю, его надо догнать. Hold your fire. Pearson's squad will be assaulting the gate soon. Scout the area, look for targets. Мне обязательно нужно... Munition structure to the left. Так, окей. А тут была лестница просто. Look right. Pearson's in position at the gate. Ладно, мы не убили того чувака, ну и хорошо. Привет. Кого остановить? До свидания. Так что много кого расстреливать-то надо, а? Да где он? В жопу иди со своим гранатометом, мразь. Чёрт, патроны нужны. Здравствуйте. Ну то есть чувака, чувака этого было не обязательно даже убивать, ну ладно. Понятно.
Блин, я пытался снять глушитель, как бы. На! Двигаемся, двигаемся к этой башне. Надо оружие поменять. Пойдет. Чё, кто? Да кто стреляет-то, блин, а? Отлично. Господи, как же громко. На. Затрахал. Как же плохо. Зусман! Аптека! Да-да-да, давай. Пока ждал, чуть не убили нахер. Последним патроном, ни хера себе. А-а-а! Так. Ладно. Если возьмем СВТ. Возьму карабина. Немножко. Вот такой сбежал, такой не туда. На, пошел вон отсюда. Стайлз. Holy shit. Че, это все? Больше никого нет, отлично. Кто там наверху сидит? Я сейчас вмажу этому ублюдку. Иди сюда. Говнюк. Здорово, мудаки. В курсе, что не надо ставить пулемет, что он будет... который будет осматривать всю вашу базу, иначе... это может повернуться против вас. Подвижная цель, target's moving. Но цель двигается. О май гад, что делать? Ну да, ложиться тоже неплохо было бы. Какая-то у вас неустойчивая башня, странные немцы, а? Чё, все, попал в плен? Рип. This is bad. Jewish POW. Don't get off easy. Oh, fuck. Stay calm, it'll be okay. No, еврейчик! Отдай моего еврейчика, твари! I was close. Okay? They captured Zussman. I'm sorry about your buddy, but we need to hit that last truck now. No, 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 you're not going anywhere. Zussman was captured. Mission comes first. I can't leave him. Кираси. Can't lose that truck. Погнали. О май гад. Идёт в жопу. Ха-ха! Еврей! I love you! Я не признал свой гей! До конца игры не было негров! Я тоже до конца игры не признал свой гей! Женщина для меня ничего не значит, на самом деле она мужик! Out of my way!
нахера он псих за одним-то евреем? Holy shit! Не отставайте, грузовик с Сусмана в 10 метрах, что ты брешь мне, игра? Понятно. Внизу вроде на зеленой полоске находится. Все в зеленой части полоски. Зачем он говорит этот слух? Зачем он говорит берегись и прочее вслух-то? Хотят замочить одного американца. А, он меня автоматом сталкивает, потому что я как-то сюда прилетел. Хорошо замаскировали, я только во второй раз понял. What the fuck? Holy shit, еще второй попался в плен, да? А, отлично, спасибо, минус все хп, минус все аптечки. Ты их вырубил по пути, что ли? Примотай их к своей заднице! Где-то я это уже видел. Привет. Минус мозги, норм. Сусман! Суки! Сусман! Мой бой, еврейчик. Антисемиты поганые. В итоге что? Минус машина, минус еврей. Desertion is a capital offense. So maybe I should just do us all a favor and finish the job. Sergeant! It's over. You got no place in my platoon. Get him out of my face. It's gonna be okay. We'll get you patched up. You did everything you could. Двенадцатого спустя. Бад Орб, Германия. Bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die und separat. Such die Tags. Such them. They're after Jews. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi, Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! We're Americans, period. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Seid die Mörder!
Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! It's been 8 weeks since Usman was captured. I'm trying not to lose hope. 3 марта 45 года. Полевой госпиталь. Sir, tell me they found Zussman. I wish I could, son. Pearson didn't give a damn about him. Just like his men at Kasserine. Kasserine? You got it all wrong, Private. Pearson was ordered to retreat. Yeah, Капрал! His men were trapped in the pass. Couldn't bring himself to fall back without them. But he ended up just losing more trying to save him. He's never been the same. But you don't need to worry about Pearson. You're headed stateside. Am I looking at a court-martial, sir? Wouldn't reflect too good on the army to punish the soldier who accelerated the whole damn war effort. That's right. The intelligence you found on that prisoner was critical in locating the last bridge across the Rhine. Might even be a Bronze Star in your future. You're a bona fide hero. Две недели спустя, Лонгвью, Техас. Welcome home, Red. Вот ради этого он возвращался домой? Я бы такой, не, я пойду на войну лучше. From this moment on, I am not letting you out of my sight. You understand me, Corporal? Yes, ma'am. You all right there, Red? We gonna talk or we gonna hunt? You should be proud. You ruled your fear, you held your own. Nothing more you can ask of a man. It's the best feeling in the world, ain't it? Facing down hell and coming home a bona fide hero. Red? You're a bona fide hero. To the end. To the end. Чего? I've been discharged. Worse than that, the Krauts captured Zussman. But I ain't giving up on him. Even if I got a ticket home. Okay.